Козлик пасется. Он сейчас убежит. Потому что мне надо идти дальше. Это слишком близко. Некогда нам за ним наблюдать. Попробую, если что, потом включусь, если поближе еще получится. Ну, рожки так себе. Не самец на медаль. Такие у него рога. Некрасивые. Тут у нас полнолуние. В общем, сейчас тоже убежит. Ладно, идем дальше. Рога у него тоже не те. Сейчас на край поля попробую выйти. Дерева атакуют вроде как на этом поле. Где-то вот напротив кустика посреди поля сейчас подпрыгивал. Вот он, ага. Хотя до этого ток был, наверное, в километр правее. На краю другого поля. Непонятно. Ну да ладно, иду дальше. Вот козлик. Рожки тонкие, высокие. В прошлом году такого снимал. На этом же поле, только метров на 500 в сторонке был. Если найду ссылку, добавлю, скорее всего он и есть. Сейчас тогда сильно не буду его скрадывать. Пойду дальше, пока успеваю. Меня коза заметила опять. Как обычно. А не понять, голова опущена или нет. А в камеру гляжу, а она вон в какой позе стоит. Или козлик это молодой. Еще где-то один вроде был. Тоже с маленькими рожками. Вот так вот тут. Уже другой козлик.
на этом же месте. Сижу в засаде. Вон там козлик этот с длинными рожками. Думал, ко мне пойдет, пошел все-таки дальше. Там какие-то совсем мелкие, нас не интересуют. Так, в общем, и идет по своим делам. Кажется, у него мешок дырявый. Столько высыпало. Так, ладно, мы двигаемся дальше. Ну, какие-то рога вообще уродские у этого. Рога, не рога. Несерьезно. Несерьезно. Убежал. Козлик идет вроде рожки. Сдалека мне показалось такие ничто. Когда вырастут. Какие-то интересные. Ветер боковой, до него метров 200, наверное. Там он осенний березняк мелкий. Надо постараться до березняка его обсечь. Кажется, я услышан другим козликом. Только был услышан, но и увиден. А вот этот козлик. У меня рога не очень красивые.
ну все. Скрадывание пошло неудачно. Этот был метров, наверное, 100. Я его не видел. Он меня давно слышал, я лез. То, что по кругу обходил. Ох, ну ладно, что теперь.